Снимаем старый паркет. Делаем сухую стяжку из керамзита и закрываем ее гипсоволокнистым листом. Основание под новое напольное покрытие готово. Финишный материал будет необычным. Для пола выбрали пробковое покрытие. Оно цвета коры березы и очень приятное на ощупь. В нашей комнате мы решили использовать необычное напольное покрытие. Ламинат из натуральной пробки. Он не только на пробковой основе, но и поверхность ламината выполнена из 5-миллиметровой пробки. Это экологичный материал и дает хорошую тепло- и звукоизоляцию. А укладывается, как обычный ламинат, с помощью замка. Это натуральная пробка. Мыть можно, как обычный пол, влаги не боится. Он просто очень износостойкий. С ним можно делать все, что угодно, даже ходить ногами. Как ощущение? Он еще мягенький немножко. Наслаждайтесь. Спасибо.